Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 сентября. Память преподобного Ионы Пресвитера. Преподобный Иона Пресвитер жил в Палестине и был отцом преподобных Феодора и Феофана Начертанных, много пострадавших за почитание святых икон от императоров и иконоборцев. Иона отличался богобоязненностью и добродетельной жизнью, и особенно усердствовал в страннолюбии и других подвигах христианского милосердия. С любовью заботился он о воспитании своих сыновей, еще дома сам он обучил их книжной премудрости, более наставляя в правилах благочестия. В зрелом возрасте, приближаясь к старости, Иона по изволению Божию лишился своей супруги, и остаток дней своих решил посвятить на всецелое и совершенное служение Богу. Он удалился с прославленными подвигами преподобных иноков в уединенную лавру святого Савва Священного, где ранее подвязались и его святые сыновья. Здесь он принял иноческий постриг и, подражая святой подвижнической жизни иноков той обители, стяжал еще большую богобоязненность и со страхом соделывал свое спасение. Иона непрестанно пребывал в строгом посте и усердных богомысленных молитвах. Молясь о себе, он не забывал и мира, который оставил, и, болея о нем душой и пламенея любовью к ближним, усердно молился Богу о христианском благоустроении, о мире Святой Церкви и благочестии царей, ибо цари византийские уклонились тогда в иконоборческой церковь и возмущали мир Церкви Божией. Таковы император византийский, современный преподобному Ионе, Лев V Армянин, 813-820, Михаил II Балба, 820-829, и Феофил, 829-842. В таком добродетельном житии Иона достиг преклонной старости и за свою богоугодную жизнь стяжал себе от Бога благодатный дар врачевания. Мирно достигнув конца дней своих, он радостно предал святую свою и блаженную душу Господу, коему всегда пламенел чистую и горячую любовью. Скончался преподобный Иона в первой половине IX века. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.